Приветствую всех из Одессы. Сегодня 1 мая 2023 года. С самого утра в Одессе шикарная погода. Светит солнышко, тепло. Потому что вчера у нас целый день было пасмурно. Шел дождь, снова похолодало. Сегодня погодка шикарная. Так что желающие могут спокойно выезжать к берегу на шашлычки. Значит, по поводу событий, происходящих ночью. Ночью была массированная ракетная атака. Значит, у нас в 3.13 в Одессе объявили воздушную тревогу. Длилась она более 3 часов. Отбой дали в 6.30, там 31 или 32. Вот. Слава Богу, на наш регион атаки не было. То есть над нашим регионом ничего не летало, ничего не сбивали. И, конечно, слава Богу, обошлось без прилетов. По поводу происходящего, значит, было выпущено 18 ракет, 15 из которых сбили. Более подробную информацию буду собирать и уже сообщу вам в следующем своем видео. Обстановка на данный момент у нас спокойная, но, как всегда, стабильно напряженная. Расслабляться особо не стоит, потому что ракетная атака может повториться. Пуска с акватории Черного моря не было, а там находятся ракетоносители. Поэтому в любой момент Российская Федерация может осуществить еще очередные пуски ракет. Берегите себя, берегите своих близких. Всем желаю мирного неба над головой, хорошего дня. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео из Одессы. Сегодня погодка позволяет, поэтому с вами погуляем, поснимаем Одессу, посмотрим, что происходит. До встречи, всем пока!